Здравствуйте! Мы сегодня с вами будем готовить очень красивое блюдо. Это перец, красивейший перец. Обратите внимание, желтый, зеленый, красный, фаршированный кисло-сладкой морковью. Это начинка этого перца. Лук. Остаток использовать не надо, он нам не нужен. Вот и получилась наша красивая начинка. Сейчас это все пойдет на сковороду. Сейчас я накрываю морковь для того, чтобы она пассировалась на небольшом огонечке. Пока будет морковь томиться, мы займемся сами перцем. Вы берете перец в руку, делаете накол. Не жалейте перец, но при этом во время готовки сохранится его форма. Ведь это же наша цель – иметь красивое блюдо на тарелке. Мы сейчас будем готовить перец под начинку. Существует два варианта. Первый вариант – вариант моей мамы, которая снимала вот эту верхнюю часть и фаршировала перец сверху. При этом перец должен обязательно стоять вот в такой форме, потому что если он упадет, то вся начинка выпадет оттуда. Второй вариант, мне он ближе и понятнее, потому что перец очень большой, и одному человеку съесть его невозможно, или практически невозможно, скажем так. Лучше взять второй кусочек, чем оставить тот, который был недоеденный. Поэтому я предлагаю перец резать пополам. Это и красиво, и удобно, и практично. Пока готовится перец, его заготовки, не забывайте поглядывать за морковкой. Морковка имеет особенность гореть, поэтому ее надо все время перемешивать. Когда вы все это тщательно перемешали, мы добавляем туда оставшиеся наши специи. Томатный сок. Вливаем сначала половину этой имеющейся у нас массы. Добавляем немного сахара, немножко соли и лимонного сока. Сначала чуть-чуть. Обязательно поперчить. Закрываем крышкой и оставляем на 10-15 минут до полуготовности. Вливаем немного томатного сока. Пересыпаем по краям сахарочком и солью, а также лимонного сока. Немножко перчика. Если у вас томатного сока недостаточно, а как у меня получилось, наполовину добавьте водички, не бойтесь, она не помешает. Сейчас перец будет начиняться и отправляться в духовку на максимум 20 минут, после чего мы его достанем и будем наслаждаться. Все. Если во время начинки морковь просыпается, это не страшно. Это будет очень вкусно, если она окажется в подливе. Приятного аппетита! Нашинковать лук, морковь нарезать соломкой, выложить на разогретую сковороду с растительным маслом. Пассеровать в течение 10 минут на медленном огне, постоянно повешивая. Добавить 500 мл томатного сока, соль, перец, сахар, лимонный сок. Хорошо перемешать, накрыть крышкой и готовить еще 10 минут. Сладкий перец проколоть вилкой и разрезать вдоль пополам. Удалить семена, плодоножку оставить. Готовой начинкой зафаршировать перец. Фаршированный перец переложить в жаростойкую посуду. Добавить оставшийся томатный сок, лимонный сок, соль, сахар и воду, если необходимо. Запечь в разогретом до 180 градусов духовом шкафу в течение 30 минут. Можно прикрыть блюдо фольгой, тогда получится более нежным. Совет. Перец можно готовить как в духовке, так и на сковороде, но под крышкой.